Надо было ее проходить еще побольше, чтобы зарабатывать денег. Потому что... Сейчас я не знаю, сколько мы проедем. Вот, смотри, 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 смотри. Так, у нас все кончилось. Проедем ли мы дальше? Да, снова... Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hill Zombie Racing. Так, ну что ж, приготовились. У нас машинка с такой, так сказать, прокачанная, у нас пулеметик стоит. Поэтому вот эти все зомбаки, они у меня... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, перевернулся! Так, давай, кончились, смотри, у меня кончились эти самые пульки. У меня было, кажется, 6 пулек всего лишь. Так, давай немножко ускоримся. Давай, о, нормально. Хорошо, так. Так, ребята, ну бензинчики еще есть. Ой, застряли, застряли, что ли, или что? Давайте вниз спустимся. О, поехали. Ой-ой-ой, все, все, мы приехали. Ой, назад немножечко откатились. Ладно. Сейчас мы посмотрим, сколько мы заработали денежек с вами. 140, 150. Да, 160. 160 монет. А что же мы на 160 монет с вами купим? У нас 367 монет, нифига себе. Давай тогда бензина купим. Да. И на остаточные деньги мы сможем... Давай трансмиссию. Вот, пожалуйста. Спасибо. Купили трансмиссию, теперь немножечко будем лучше ехать. И у нас будем подальше ехать. Хорошо. Так, зомбаков мы убиваем. Тут аккуратненько подъезжаем. О! Всех зомбаков сейчас убьем. Едем, едем, едем. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь мы проедем спокойно с вами. Давайте включим немножечко наш ускоритель. Да, ускоритель очень быстро кончается. Давай-давай-давай-давай, быстрей. У нас... ой, в смысле, ускорение закончилось. Так, но у нас не закончился бензин еще, ребята. Давайте едем. Сколько мы тут проедем, не знаю. Так, давай-давай-давай-давай. Ну что такое, встал автомобиль и все. Все, и топливо закончилось. Да, мы же купили... А мы топливо же покупали, почему мы не проехали дальше? 164 монетки. Так, итого 200 монет. Ну, давай движок купим, смотри, конечно. Почему я забываю покупать этот двигатель? Нет, двигатель покупать нужно обязательно. А знаешь, что мы сделаем, что? Мы сейчас будем копить деньги на новый двигатель. Да. Во-первых, и машинка наша будет быстрее ехать. И бензин не так быстро кончаться. Главное, мы ту серию, как бы, когда играли, мы ту карту быстро прошли. Надо было ее проходить еще побольше, чтобы зарабатывать денег. Потому что... Сейчас я не знаю, сколько мы проедем. Вот, смотри, 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 смотри. Так, у нас все кончилось. Проедем ли мы дальше? Да, с новым двигателем мы можем проехать даже чуть-чуть подальше. И, естественно, мы заработаем побольше денег. Итого 158 монет только за расстояние, а получили 200. Так, двигатель у нас стоит 270. Хорошо, давайте купим тогда трансмиссию еще раз. Вот, и поедем, и заработаем еще больше денег. Так, едем, убиваем зомбаков. Так, давай, машинка, быстрей. Так, здесь надо аккуратно, вот все, поехали. Я надеюсь, что я проеду подальше сегодня. Так, давай. Опа, хорошо, заехали мы сюда. Так, теперь сюда. Ой, какой взрыв шикарный. Так, ускорение мы использовали. Ой, давай, машиночка, пожалуйста. Так, здесь мы проезжали с вами, ребята. А мы сейчас попробуем еще дальше проехать. Ой, хорошо. Хоть и ускорение... Ой, топливо. А, топливо закончилось неожиданно. Ну, я думаю, в принципе. Все, останавливайся, машинка. Все, давай. Сколько денег? 200... 180, почти что 200. Итого 234 монеты. Сейчас что-нибудь, возможно, мы купим. А я предлагаю купить, наверное, скорее всего, вес. Да. И едем дальше. Так, мы совсем чуть-чуть с вами не доехали. Совсем чуть-чуть не доехали до второй контрольной точки. Сейчас посмотрим, сейчас куда доедем.
Так, бочки мы эти уже... Да, уже заметно легче стало машинке пробивать вот эти вот все бочки. Так. Ой, хорошо. Так, проезжаем вот это место. Опа. Так, что у нас там по бензинчику? По бензинчику уже у нас заканчивается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, здесь мы встанем с вами, ребята. Чуть-чуть не доехали. Ладно. А нет, 166. Меньше на 45 метров мы не доехали. Офигеть. Так, 200 монет. Будем копить, интересно. Давайте будем копить. Либо купим трансмиссию, пока деньги есть. Давай. Все, с трансмиссией мы дальше просто уедем и больше заработаем денег, естественно. Чем мы просто так будем катку проезжать. Ничего не зарабатываем. Сейчас посмотрим. А куда доедем? О, ё-моё. Перевернулись, видишь как? Так, включаем немножко ускорение. Ой, хорошо. Надо будет, может, мне лучше ускорители купить побольше. Давай. О, наверное, сейчас я на все деньги куплю ускорителя. Он, в принципе, помогает машинке проезжать. Так, давай. Что у нас там по бензину? По бензину уже заканчивается. Ну, чуть-чуть осталось. Все, встали. Не доехали мы никуда. Так, от зомбари бежит, смотри, что он будет делать. Он просто упал, на штыри мои напоролся и умер. Так, итого у нас монет 208 монет. Хорошо. Сейчас посмотрим. Ускоритель. Ребята, я куплю ускоритель, все. Хорошо, играем дальше, отправляемся дальше. Мы сегодня должны пройти эту катку. Я думаю, это сможем сделать. Давай. Едь, машинка. Так, очень много зомбарей, я смотрю, бежит прям. Так, ну ничего страшного. Так, патрончики наши кончились. Все, теперь я коробки практически не ощущаю, не чувствую. Видишь, проезжаю. О, здесь мы ускоряемся. Хорошо. Так, главное вот здесь проехать. О, смотри, как хорошо. Так, все, топливо у нас закончилось. Мы уже проехали достаточно таки, чуть-чуть осталось нам, ребята. Так, расстояние у нас 600 метров. И всего 240 монет мы заработали. Так, давайте, у нас 300 монет. Мы их пока тратить, наверное, не будем. Только вот вес возьмем и все. А, хотя потратили все деньги, ё-моё. Так, ну, я думаю, стоит нам проехать немножечко. Раз 5. Чтобы заработать деньги. Потому что следующая катка, я думаю, будет очень жестокая. Что мы уже здесь... Проезжаем медленно. Так, а ну-ка, я тут внизу проезжал хоть раз, нет, не помню. Да, проезжал. Так, ускоритель закончился, он вообще очень мало этого ускорителя у нас всегда. Всегда не хватает. А ехать надо далеко. Далеко, ребята, далеко. Ну, я надеюсь, уже скоро доедем и заработаем побольше денег. Так, все, у нас закончился бензин здесь. У меня вот дядька бежит с лопатой, все. Лег отдыхать. Так, итого 180. Так же самое мы проехали, как и в тот раз. 240 у нас монеточка. Мало, конечно, но ничего. Покупать я, наверное, ничего не буду. Только куплю ускоритель и все. Все, едем. Едем с ускорителем. Новым ускорителем. У нас побольше ускорителя стало, ребята. Это очень хорошо. Потому что ускоритель, он всегда пригодится. Вот, я его буду очень так аккуратненько использовать. О, видишь, как хорошо. Чуть-чуть. Так вот ускоряться. О! Давай. Давай, ускоряемся. Хорошо, проехали. Так, а ну-ка. Так, практически ускоритель у нас закончился. Так, смотри. О! Смотри. Да, мы, короче, этот этап завершили с вами, ребята. 207 монет мы заработали с вами только за расстояние. Только за расстояние. Чуть-чуть дальше мы проехали. Угу. Так, гараж. Сколько у нас? 400 монет. А, давай купим новый движок.
Хорошо. И попробуем проехать. Заработаем ли мы 200 монет с вами? Или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, сколько всяких зомбарей тут бегает. Да. Сейчас я не знаю, за расстояниями дадут столько 200 монет или нет. Так, а ну-ка, ох, нифига. Как тут интереснее уже стало, ребята. Так, ускорение скоро закончится. Ну, проезжаем мы достаточно-таки бодро. Так, ускоритель закончился. А мы все еще едем с вами, ребята. Ох, какой взрыв там был, а? Ты видел? Так, проезжаем туннельчик вот этот. Так, ой-ой-ой-ой, давай по низу поедем. Так, бензин закончился. Ё-моё, ну ладно. Давайте тут этих зомбарей всех убьем. Может, этого успеем убить? Нет, ну не знаю, успели, не успели. О, 216 мы заработали. Хорошо, неплохо таки. Проехали мы достаточно-таки много. Получается, такая у нас машинка, короче. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравился ролик, ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.